Мы объезжаем Львиный пляж. Подними. Кого-то упал холодной рукой. О, три богатыря. Это да. Кай сразу тын-дын-дын-дын-дын. На всякий случай. Прикинулся кустиком. А вон сюда. Направо, я налево. Шляпа, это не людей сверху. Ты направо, я налево. Гека. Очень интересно. Олег Алексеевич, а вам электрики требуются? Кай. Гека. Чья кепочка? Гека, твоя кепочка? А Олег Алексеевич придет, наденет. Я как-то, знаете, еще жить хочу. Примерить Геку кепочку. Да, Гека? Весь день сегодня на эту шапку смотрели. А, насутались? А кто-то сейчас сказал, что кепочку потерял. Нет, это кепка весь день лежит с утра. Я ее как после кормления увидела, так она и не лежит. Гека, это тебе кепочку подарили. Скажи, мне моя кепочка. Ну, Чуку не по статусу кепочка. Не, он там тоже под деревом лежал. Может, и... Ему корона нужна, как вожаку. Да, Гек? Лодка. Кепку перевернуть нормально будет. Нормально будет. Точно будет корона, если вывернуть. Пошел. Не знаю, то ли туда поснимать. Вот так. Потягушки. Чука сегодня весь день спит. На то они и коты сейчас проснутся. Не, ну это вечером. Знаю, но просто он сегодня перевернулся на другой бок и все. Брат его хоть и ходит здесь кругами. Брат должен смотреть за всем, он заместитель. Вот так находятся электрики. Прямо с мостков. Электрик очень нужная вакансия. Это да. Чука, тоже куски мяса лежат. Да. И никто даже... Чука. Чука хороший. Кай такой чигирями. Тун-дун-дун-дун-дун-дун. Наконец-то встал, а то люди говорят, целый день вот так лежит с бока на бок. Ну все, ждал, когда придет папа, чтобы проснуться. Да. И пошел сразу. Скажи, кто на нас? А, и Гек сразу. Кто на нас, папа? Пошли три богатыря. Не? Кай такой говорит, я же свой. Да они сейчас только дружной компанией лежали. Скажи, я же свой. Чука даже морду не поднимает. Ну теперь он с этим иногда поднимали. Все. Пойдет метить. Вспомнил, что он вожак. Вечер начался. Угу. Вечерний обход. Вечерний рацион. Папа приехал, благословил на царствование. Угу. Против кого сегодня будем дружить? Скажи, да кто ж против нас пойдет с тобой, человек Лев? Да, Гек, задир, а? Гека! А? Я думаю, пойдем другим путем. Ляжем на другой бок.